я держу, Давай, 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 Раф. Молодец, Раф. Не спеши, не спеши. Давай, верну. А ты же там не там. Ой-ой-ой-ой-ой, просто опять привозят, а? Сейчас. О, это не попал просто. Привет. Команды, хорошее судейство. Наша команда, вопреки ожиданиям наших соперников, прошла в полуфинал. Мы в очень сложной
подгруппе сыграли ничью с хозяевами турнира с озерами 3-3 и обыграли команду победителей многих наших ветеранских турниров, сборную Беларуси, вот так скажем, сборную, да, пусть она будет сборной. Поэтому надеемся на продвижение дальше, думаем занять призовое место, ну и, конечно же, будем приезжать к вам на новые турниры. Спасибо. Турнир. Ну, за ребят приятно, организовали замечательно. Все ребята собрались. Главное, здоровье сохранили. Ну, травм как бы мало, минимально. Это самое главное в нашем возрасте. Ну, я думаю, что пропагандирую. Молодежь смотрит как бы на наш опыт, потому что люди здесь даже за 60 уже есть, там, например, кому-то, многим людям. И на них просто, ну, не знаю, как молиться, не молиться. Но они живой пример. Мы смотрим на них и к ним тоже тянемся. Мы немножко помоложе чуть-чуть. Вот. Так что приятно. Приятно все. Хорошая атмосфера, хорошая погода. Ну, все замечательно. Вот. Все приятно. Команде спасибо. Наш. Привет. Команде Волод наш. Привет. Игорек, сказка, сказка. Я Валер хотел влево. Я на него смотрю, а Сашка раз вправо дернул. Вот, а Сашка дернул сюда, а ты... Работа, 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 работа
Спасибо. Что я в первую очередь хочу поблагодарить организаторов, которые, ну, у нас по возможности не было возможности приехать с утра вчера, они ради нас принесли игры на более поздний срок. За это большое им спасибо, конечно. Ну, их вообще за организацию очень хорошие условия проживания, очень прекрасное питание, хорошее, высшее. Ну и, естественно, нашим друзьям-белорусам, которые мы постоянно ездим к ним всегда на Рождество, что они приехали в своем новом составе, молодцы. Ну и всем еще раз ветеранам, которые не стареют душой, как говорится, и собираются такими командами, такой компанией, столько команд, все это, конечно, и для здоровья полезно, и вообще удлиняет нашу и так уже престарелую, можно сказать, футбольную жизнь. Вот, и все, спасибо. Все. Во-первых, замечательный турнир, организован хорошо, отличное поле, на котором можно играть любую игру. Хорошие, приятные соперники, с которыми, да, можно играть тоже в любую игру. Организация замечательная. Вода всегда у нас открыта, здесь горячий чай. Судейство неплохое, можно так сказать. И возраст все-таки 50 лет, он предполагает уже такую игру, более спокойную, размеренную, без рвачки, без ругани, без грубости, без эксцессов, без всяких. То есть играть, и приехали мы в свое удовольствие. И это удовольствие мы получаем, и за это благодарим организаторов, которые нам предоставили такую возможность. Всем спасибо. Спасибо большое. Ага. Не шевели! Опа! Давай,
нельзя, вот Серега. Уйди. Нельзя ему. Все уже победа. Все, да? Ура! Спасибо, спасибо, Павел Дмитриевич. Спасибо. Спасибо, наш Игорь. Ребят, встаньте вместе, сфотографироваться. Вот как надо поставить, вот сюда вот. Да, да, напротив солнца. Ребят, встаньте вместе, сфотографироваться. Серега! Спасибо. Встаем. Да? В эту сторону, ребят. Да, вот сюда, так. Чтобы напротив солнца. Вот так, тоже по-честному. Вставайте, садитесь, как вам там удобно. Ложитесь. Коля, Коля! Давай, Коля! Финалисты, финалисты! Фото! Коля, давай! Вам спасибо. Паш, где мы с тобой? Давай. Готовы? Да. Тихо, ногу сзади. Снимаем. Изюмы. Фрукты. Да, да. Кстати, ну и как-то вот. И побольше. Там нет там спускаться, там, да. Там еще пить, прям, пить. А здесь же был этот. На, смотри, кто. Кто приехал? Он мне майку подарил вчера, еще отдал. Так, на, Валя, найди. Кто салаху замочил, да? Давай там проредить, режь товары! У вас там местечко у вас поставили. Алло, Саша. Коль, ставьте ребята, пусть подходят. Я понял, давай. Сюда. Команда молодости нашей, команда.
Молодец, который на мне жил. Еще раз, Петя! Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. И мужчин выше Миро, и поздравим их, и скажем, молодцы! 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 Внимание, он раньше начал пить. Еще детство. За печкой стал. Девушки, начинаем с первого места от заду. Ребят, спасибо за то, что вы есть. За то, что мы продолжаем то, что организовано, образовано, это футбол. И хочется, чтобы мы всегда встречались каждый год вот в таких турнирах. Почему? Потому что это дает нам продолжительность жизни, общение. Вы, смотрите, мы все подружились. Даже некоторые... Спасибо ребятам из «Локомотива». Понимаете, это уважение к нам, ко всем. У нас три игры, понимаете, это большая нагрузка. Мы даже подумайте, люди. Короче, он не дает мне договорить. За нас всех ветеранов футболистов. Который передастся впервые чемпионат мира пройдет в России. А мы с вами приняли первый международный турнир. И вот это вот чисто символически передача, наверное, такой эмоциональный подъем, что передалось нашей сборной, так как мы еще помимо всего и спортсмены, но еще и болельщики также будем переживать, рассчитывать все-таки. Но нам пожелаем спортивного долголетия и за всех огромное, чтобы всегда было здоровье и почаще таких турниров, и почаще таких. Всем понравилось. Еще не прошел. Без травм. Достаточно. Турнир был напряженный. Результаты его неожиданные. Особенно неожиданно, что команда хозяев проявила слишком большую гостеприимность. И начнем. Когда эта команда участница
5 секунд. Вернее, не с нее, а с него мы начнем. А, с него. Без него бы, естественно, не было этого турнира. Орлова. Награждается Орлов Сергей Вячеславович. Очень скромный. В развитии футбола, футзала, Московской области, России, Детский клуб участвовал в марафоне, в сверхмарафоне. Москва. Зеленый. Минск, Брест. Вот со склада осталось. Сергей закончил. Выбрасывать. Ой, мы сейчас про Централ пели на этой оптимистичной ноте. Его подельник главный, Родин Игорь. Подельник! Ну и спасибо их президенту Александру Григорьевичу по прозвищу «Батька» за то, что он помогает МЗКТ в том числе участвовать в этих мероприятиях. Награждаем за огромные заслуги перед развитием Российской Федерации. От Российской Федерации Александр Владимирович Меркуль награждает. Седьмое место в международном турнире. За участие. Просто за участие. За седьмое там написано. Берете сменный капитан. Рук не хватает на призы. Темно. Рождается команда «Балат». «Балат». Иди сюда, опять. Дальше шестое. Место. Меркуль Александр Владимирович, просим, не слушайте. Балат сыграет. Балат или Вова? Как правильно? Это кому? Это неплохой компания. Достойное выступление, Алекс. Алексей Морозов.
городе Гусь Хрустальный. Надел очень много шума на вашем турнире. Отстегнувшие наших друзей белорусов. Не говорите ничего. Спасибо. Молодцы. Возле золотого постоять. Молодцы! 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 Александр Григорьевич! За огромный вклад в развитие футбола Кубкового Московской области. Конечно! А что тут нехорошего? Тренируемся! Шутю я. Тренируемся. ПК Куровское, победитель международного турнира. Потому что у них главный судья. Давай, Фото. За это стоит выпить. Хорошо. И пока наши судьи раздают награды, да, подборные аплодисменты. Они когда говорят, запомнить паузу, надо выпить. И сейчас мы делаем такую небольшую паузу. Мы сейчас будем знакомиться. А знакомиться будем в такой форме. Я боюсь, кто родился в январе, давай наливай. Кто родился, то месяц, то называю, кто есть, наливай. И после моих слов перед одна... Рахимов Иван. Лучший нападающий турнира, игрок команды Куровское, Капанин Сергей. Капанин.
Внимание! Во-во, идет! Лучший нападающий команды Сергей! Спасибо, ребята! Лучший командист среди футболистов! Сережа, сюда! Сюда! Сейчас, внимание, ребят, для вас! Специально для вас! Для моих друзей! Аккомпанемент! Актер Караганда. Молодец. Мы играем в карты, АК посадится, берет гармошку, чеканит и поет. Красавица моя, красивая как свинья. Молодец. Да, успех. Да. Давай, давай, давай. Это лучший нападающий. Я прям год. Потому что я был лучшим защитником. Тишина. Тишина в студии. Давно не делал. Смертельный номер. Последний раз, когда Виталий это видел. Красавица моя, красива как меня. Один! Голодец! Голодец! Голодец!
Внимание! Минуточку внимания! Минуточку внимания! Команда «Пусть Хрустальный» учредила поощрительный приз. «Пусть Хрустальная», «Хрустальная» и думаю, что это слово «Бутса». Команда «Пусть Хрустальный»! И лучшим бомбардиром турнира стал, как вы думаете, кто? Он же Сергей Копанин. «Хрустальная» «Бутса». «Хрустальная» «Бутса». Он же забил победный гол в финале. Случайно, дурака. Володь, не так улыбайся. Нормально улыбайся. Так, в номинации «Лучший защитник» признан игрок команды «Меленки» Лебедев Михаил. Да, давайте для... Все. Готово. В номинации «Лучший вратарь» международного турнира. Вратарь команды «Локомотив» Кординов или Кординов, Игорь, извините. Не знаю, как правильно. Международного турнира «Подмосковная весна». На встречу чемпионата мира 2018. Павел Лукин. Я в шоке! Звезда в шоке! Чудотворец нам! Так, ребят, и в заключение хотелось бы наградить лучшего игрока команды «Пусть Хрустальный» Алексеева Евгения, защитник команды «Пусть Хрустальный». ФК Касимов, вратарь Васюк Сергей. Васюк. Нападающий Гембицкий Василий. Гембицкий под Yeah.
Сибирь моя, пивки мои, пивки мои. Каждой пивки хлопаем ребятам и рекам. Третье место. Игорь. Бугай. Приглашается капитан команды «Локомотив» Бугай Виталий. Команда «Гимнастия» Ловосина идет туда. Серег. Капитан, подтяните. Капитан, подтяните, только слева погоряем. И вместе. Молодцы! Вот такие кадры. Капитан команды «Гусь-Хрустальный» Фельдшиков Юрий. Юра. Команда «Гусь-Хрустальный». Громкий ура! Пятое место. Касимов Алексей Морозов. Алексей Морозов. Алексей Морозов. Браво капитану. Так, белорусы опять отвлеклись. Требуем Александра Меркуля сюда. Саша, уходи. Орбинск, Белоруссия! Поменяй шина! И вместе! Молодцы! Да не судеть рука дающего! И не отсохнет рука берущего! Спасибо! Что вы есть? Так, это нам Сергей Вячеславович осталось помочь. У нас у Игоря был юбилей недавно, 55 лет. Вот. Поздравляем его с днем рождения, желаем счастья, здоровья. Поздравляем! 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 А вот эта знаешка, Акларионова. Ура! Спасибо, Сергей. Спасибо. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич. Григорь, в этом году активное участие принял в организации Беляев Александр Григорьевич. От имени Беляковской команды я хочу поздравить родина Игоря Александровича с его 2 пятерки юбилеем. Пожелать ему счастья в жизни, здоровья, спортивного долголетия, семейного благополучия. Молодец, и пусть вас высоких розыгрых лет. Дальше сказать. И. Иногда уже ему нужно присесть из высоты прошлых лет посмотреть, поглянуться назад, что он сделал в этой жизни.
и поблагодарить Господа Бога, что Он дает ему столько сил и энергии для организации наших турниров. Поздравляю, Виталий! Великовато ему будет это кресло! Дорогие друзья, вообще встреча великолепна. Я думаю, что каждый из нас уже сегодня победитель, потому что действительно мы вместе. И то, что мы в ближайшие уже вот те годы, которые проводим встречи на нашей земле, на вашей земле, но это наша родная земля и наши родные люди. Ура! Благодарим друг друга! От всей республики, конечно, во-первых, от тех делегатов, которые сегодня есть у нас, от команды, хочу выразить признательность всем организаторам, вам, участникам, которые сегодня действительно, многих я не просто понаслышке знаю, потому что мы уже добрых лет 6 встречаемся, и это главное, что мы вместе. Поэтому хотел бы все-таки, великая у вас страна, великие люди, великий братский народ, и это самое главное. Ну и то, что вы проводите вот эту ветеранскую, независимую такую лигу, которая есть, это тоже очень заслужит уважения. Поверьте, что нам нужно тоже к этому стремиться. Поэтому хочу и занести мой вклад и в развитие ветеранского движения, оказание содействия в развитии вот добросовестных отношений, которые у нас есть, гостеприимство и профессиональный подход при проведении вот такого международного кубка, и поблагодарить, и выразить признательность, вручить такой красивый флагмен. И эти машины, это наша безопасность. Всех нас! Организаторов! Поэтому здесь также золотые слова, великолепные мячи, как бы, чтобы земля крутилась и только было благополучие во всех нас, от всей души. Вручаю музей, еще и мячик. Поэтому всех благ, здоровья, но главное, что такое жизнь? Футбол – это игра, но правильно сказали, что главный судья – это герой матча, который говорит о многом. Поэтому сегодня заслуга главного судьи, что мы прошли этот путь, который сегодня есть, именно 2 дня, да? В первую очередь, уважая, ценя и любя друг друга. И без трав пришли к этому замечательному столу, великолепному. Поэтому я хочу, Игорь, поблагодарить тебя. Спасибо, от всей души, вручить. Спасибо. Великолепная Беловежская пуща, которая... Беловежская пуща! Да, это супер, которое мы будем, дай бог, встретимся в Беловежской пуще, которая развалила... Ой, наш союз. Да, но это дополнение к всему, что... Это не для курева не рекламирует. Это не рекламирует. Не-не-не. Опять же Беловежская пуща. Беловежская пуща, мы поделали. Ребят, мы тоже самое. Сережа, где Сережа? Давайте. Где Сережа? Где Сережа? А где Карабатов? Карабатов снимай. А, снимай. А где Сергей Орлов? Сергей Орлов. Под белорусским флагом. Дорогие друзья, не, нормально, все. Мы тоже поздравили своих друзей, родных, близких, мы родные белорусы, и подарили им пакет наших озерских сувенир. Ура! Это чемпионы вообще России по сладостям. И пусть они попробуют, что это такое. Если понравится, пусть позвонят. Нам даже... Поднять тост, налить всем нам и выпить за нас, за дружбу! Еще минуту! За дружбу! Одну секунду!
нас через две недели начнем чемпионат мира по футболу. Вот монета, которая выпущена. Саша, монета, которая выпущена к чемпионату мира по футболу с изображением волка Забияки. Я хочу подарить нашим друзьям белорусам на долгую память, да, чтобы они болели за нашу сборную. Кстати, вся республика Беларусь будет болеть за нашу сборную Россию. Ура! Финале встретимся!